Сделала стирку. Сейчас все складываю. Джованечка. Джованшенька мне активно помогает. Да, сладкий? Ты мой помощник сладкий. Тебе надо помыть глазки. Тиарелла очень ревнит. Эй! Вот так они мне помогают складывать носочки. Швыряют носочки. Тиарелла, идем гулять? Я спрошу, как я делаю салатик. Я добавляю вот такой фета, брынзовый сыр. Такая трава оругула. Вот такая. Помидорки. Перчик. Редисочка, яичко, клюква, грецкие орехи, такое мясо. Это все мы перемешаем с таким дрессингом итальянским. Сладкая картошка, которую мы сделали с молодым человеком. Сейчас будем вместе мешать. Салат готов. Very. Матрешки, здравствуйте. Это мои такие наушники матрешечные. Не успела я добежать до салона сегодня и решила сама сделать себе маникюрчик. Покрыла я только что вот таким слоем покрытием от Sally Hansen Diamond Strength. Рекомендую. Он делает ногти более плотными. И завтра у меня целый день занятия, и работа, и так далее. И целый день я что-то делала по дому, стирала, убирала, готовила, прочее, прочее. И сейчас попробую я накрасить вот этим цветом. Посмотрим, что получится. Такой цвет от Dante. Такой он очень, по-моему, ярче еще более вживую. Посмотрим, что получится. И покрытие поверх этого. Это самый мой любимый Top Coat. Бариэл, французская фирма. No Chip, Speed Dry. Просто маникюрчик готов. Только надо его почистить чуть-чуть ацетоном краешки. Но так, по-моему, издалека неплохо смотрится. Теперь я буду сейчас читать всю эту ерундистику на завтрашний день, занятия, такой большой объем, все это надо читать. До скорого. Мои зайчики очень любят сыр, обожают, особенно вот этот зайка. Ой, он просто готов кого-то убить за кусочек сыра, да? Убегаю на занятия, никак не могла выбрать, какие синие панталоны, штаны хочу я одеть с таким беленьким свитером. Такой белый свитер из Зары.
вот такой, из макраме типа. Выбрала вот такие вот, еще не знаю, с какими туфлями я пойду. Быстро перекусываю. Черничка, кефирчик. Очень не хочется никуда идти. Сейчас будем обсуждать вот эту веселую книгу про какие-то юридические... Что такое? Что вы обижаешь? Эй! Вот такая у них динамика. Очень хочется идти в этот юридический класс промышленного какого-то права. Очень нудно, я бы сказала. Очень-очень нудно. Какие-то тут вообще контракты. Все какое-то тут. Я уже заснула. Ненавижу, когда черника становится мягкой. Свитер только что, который я одела, по-моему, стоил дороговато. Не знаю, почему я его купила. Вот от него этикетка. Что еще? Нужно мне будет поменять свой телефон на новый. Кейс мой сломался. Смотрю погоду. Сейчас у нас 70 градусов. Это, наверное, 20 с чем-то. 26, не знаю. Примерно. Креветки у нас чуть-чуть подрумянятся сейчас. Потом мы это все добавим в такие азиатские вермишель с брокколи. Брокколи мы отдельно потом пожарим чуть-чуть с таким маслом сезам. Добавим мы в него такой вот чесночок. Потом масло арахиса. Это у нас будет peanut butter noodles. Что еще? Даже не знаю. Давайте посмотрим, где наша арахисовая маслица. Где же оно? Я его не вижу. Кто его съел? Вот оно. Peanut butter. Peanut butter. Его смешаем мы с соевым соусом. А где у нас соевый соус? Это не соевый соус, но тоже какой-то азиатский. Тиарелочка, что с тобой? Что такая злая? Пугает народ тиарелочка. Вот соевый соус. Холодильник опустел. Если вы видели сначала мою первую серию холодильника, уже все съедено. Брокколи я добавила чуть-чуть коричневого сахара. Как азиаты обычно готовят, чуть-чуть соевый соус мы поливаем. Сейчас мы польем креветки вот таким зеленым лимончиком. По-английски он называется lime. Лимон называется lemon. Ой, одной рукой все это пытаюсь сделать. Давайте выдавливать такой красивый, сочный зеленый лимончик. Ой. Арахисовое масло. Оно очень густое, поэтому я его чуть-чуть расплавила. Вот оно. Такое, очень такая консистенция, можно сказать, очень плотная. Теперь оно вот такое вот жиденькое. Его можно теперь добавлять вот в такие вот вермишельки. Вот так мы смешали вот это арахисовое масло с соевым соусом. Еще я выдавила туда тоже вот этот лимончик. Сейчас мы будем его помещать к вермишельке. Мы процедили вермишельку. Теперь будем добавлять вот эту штуку. Все перемешано. Если бы я могла передать вообще арому, аромат вот этого всего, всего азиатского, такое просто как в ресторане. Хотя это не так выглядит, все в раковине пока стоит, ждет сервировки. Креветки у нас уже почти готовы, такие вот красивенькие.
чесночком. Брокколи мы тоже добавим. Все готово. Тут вермишелька, брокколи в таком сочном очень соусе. Вот он здесь виден. Все такое вкусненькое. Креветочки просто для сервировки. Остальные... Только что я закончила сумасшедший класс. Просто там столько, во-первых, информации, во-вторых, все время заставляет вас что-то говорить полезное, что-то важное, читать. Очень много читанины. Очень-очень много. Все время там надо делать какие-то пометки. Вот мой кофе. Очень интересное видео. Вот моя черничка, которую я просто в бегах, мне дали 5 минут перемену. Я ее сюда засунула, помыла. Сейчас я ищу такой бар, куда мне пойти с подружкой. Ничего хорошего я пока не вижу. Какие-то тут 3 звездочки, хотя я в нем была. Наверное, мы туда не пойдем. Вот такие наушники я приобрела вчера, чтобы меня класс в таком интернетный класс меня мог лучше слушать. Я ощущаю в них как Мадонна или Майкл Джексон. Not.